зайдя на наш, допустим, группу, что ждем каких-то откликов от новых людей. Разобрались, я вам помочь? Не, разобрались. Дим, только у нас мы на вторую песню, мы поменяемся. Сережа сядет на мое место, он там главный голос. Хорошо. А я там вообще не голос. Очень тяжелый каподастер просто. Летает. Песня... 1, 2, 3. Песня называется «Ты тепла». Грохот царит высоко в небесах, гроза идет на грозу, и снова
далеко. И близко прибытие добрых вестей, и тепло, как молоко. С небес луч солнца глядит на нас, не помнишь уже об ином. И снова сердце пускается в пляс, забыв про бурю и гром. Забыв про бурю и гром. Еще раз представлю. Сергей Князев, Дмитрий Машкара, группа «Р». Есть страница ВКонтакте. Вынимаемся. Вот такое вот сотворчество. Автор песни Сергей, да? Совместно. Ну,